Чего вы затягиваете? Организация на нуле. Надо подкачать. Самый профессиональный турнир подкачивает разными мелочами. Какими? Типа наушники говно заставляют играть там. А, вот это. Пропеллеры, которые еле работают, уже 4 года они их юзают, они уже просто не выдерживают. Места мало, клеенка. Клеенка пенится. У мониторов ужасная подставка. 75 Гц, когда уже 2 года и 120. Печаль. Ну, такие моменты надо фиксить просто, чтобы выходить на новый уровень.